Так, там кнопка должна быть. Нету. Ну, значит, никак. Что там? Мне же... Оп! Да, извини, я потом еще... Блин, как ты можешь? Смотри аккуратно, чтоб трэш не откинул. Ответ, цитата, отслеживать. Закладка. Я не знаю, я не могу найти. Как передача? Где-то внизу, наверное, блядь. Какую передачу? Жди меня, блядь. Снизу жалоба. Блядь. Хватит мне проебывать. Снизу жалоба, цитата, ответ, и все. Ну пожалуйся, нахуй. Ну жди меня, блядь, нахуй, все дела. Плюс 7, 9, 9, 9, 2, блядь. Даже помнишь, блядь, какой-то номер? Не помню, но помню, что эти цифры присутствуют. Вот эта концовочка была 9992, блядь. Он еще так говорил, блядь. С таким акцентом, что там не забыть. Я потерялась, блядь, потому что дохуя прыгала на батуте. Набирай. 9992, сейчас найдем, блядь. Бля, нихуя себе, танк начал бежать вперед, ёб твою мать, блядь, ты там научился играть, получается, в концу второго инста, это про тебя больше говорили. Блядь, это просто пизда, не танк у нас, ебать. Что за они за гильди? Танки, я понял, блядь. А чё, там гильдия танков, получается, когда обучают там. Где, где? Чисто, блядь, гуру Максим гадаю по клитору, блядь. Ой, блядь. Надо походу смотреть записи, когда Гавай шутит, блядь. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Просмотр. Вы видели, блядь, эту визиточку, нахуй? Гуру Максим, гадай по клитору, блядь. От 18 до 40 лет. Ой, школьники активизировали в чате, блядь. Шкалитер? Это что, блядь? Шкалитер. А чего грибы тут растут, нахуй? Когда ноги не моешь. Там и вешенка, и шампиньоны, блядь. Даже иногда лисички проскакивают. Чего грибы раз? Какой-то вопрос задал, конечно. Понял, блядь. А кто у вас танчик? Дамажить нельзя, короче, Егор, ты понял, бля? А кто у вас танчик? Просто стоять. Сам что-то танк вообще, какой ник? Блядь, я даже не прочитаю. Светка Лех. Типа какой-то, блядь, транссексуал, я хуй знаю. Не определился, он ли Света или Олег, блядь. Ой, блядь, тебе надо этот, блядь, стендап. Мне надо писать книгу, блядь, я чувствую. Рост грибов. В сельской местности, нахуй, блядь. Чего там, не понимаете, что там за ха-ха. Найс, мы, конечно, скипом трэш, ебать, полетели, но... Полетели скип и трэш. Пиздец, всё, нахуй, всех дали. Паттерн шоу. Опять идиот. Ой, блядь.
О, сейчас дубль ша закрутить. Жалко, его нету. Ты что, тут рэпу? Рэпу. Репу фармишь, ты поагришь всех. Сколько было? Слушайте, а как вот эту дверь, блядь, открыть? Ключ с кем нужен, блядь? Чтоб Б уехал эту залутать. Кадерок. Так она качается с кем-то, блядь? Ну и конкретно. Она качается, в РБК бегаешь. Шо-шо? А, просто в РБК. Граница. Да, только ты её заебёшься через РБК качать. Консорция. Походу, блядь, Бурдак сегодня ушёл, блядь. Ну вообще похую, ебать. Да ну время... Или они там сидят, смотрят, бля, фул видос чисто на ходу. Егор, подними, блядь, этого танка, выпало сзади. А чё за бомжа, у кого он там бьёт? А чекаем это. На наличие богоюза. Ну там не обузили сегодня ничего. А чё там обузили, блядь? Ну хп типа, блядь. А то, что вот мы скипаем, ну, прям моба, которые на Вигзаксе оббегаем, это подают? Нет. Так все делают. То есть, о, сука! Пользуются, ебать, слабостями, нахуй, текстур. Ну, они сейчас посмотрят, блядь, сделают, нахуй. Он будет агрить. Да и хуй на него. Ну, всегда убивали, блядь. Ну. Блядь, сейчас. Газан, ебать. Не достаю. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Газан. Газман. Олежка? Угу. Чё тут Олег? Потому что Олег Газманов. Так, он кувырки делал. Да. У нас Стив был тактику преподавал, который, блядь, у него фамилия Газманов. Он ёбнутый нахуй. Если только ты, блядь, стоишь, а так кто сзади, блядь, не видит, кто это, и ты такой, Исаул, Исаул. Всё, это пизда, дым из ушей нахуй, блядь. Кто это она? Ему подняли. Такой такой успокоился. Такой такой успокоился. И ты такой, эскадрон моих войск. Сука, ебань натерпелся. Но он забежал нахуй куда-то. Разгон. Полетели. Оп, уебался стену. Улетел. Слышишь, Аркадий, на меня тотем не действует, да, типа, блядь, только тебе, блядь, ману заливают. Да, нет, кажется, он, у кого мало маны заливает. Это второй инст? Третий, да? Третий. Час уже, ибо, сидим. Ну, вот второй добиваем. Если у нас танк хорошо пулил бы, а не по одному бы. Твой он принял, да? Ты больше могу в пули чешел, блядь. Ты пусть будешь больше пули, ты только держи, главное, и все. Я хотел бы двух кусках не держать. Денчик в сетеках уже... Танковское кольцо крутое. Типа, может я танка спешность как-то медленно идем. Он, конечно, не в общий, а мне в личку написал. Ну где там, ёбаный рот? Все бежим. Нам бы вообще не останавливаться. Нормально. Только вот эти АОЕшки не получится, блядь, давай. Да похуй. Все, конечно, АОС спать, который все срывает. Да похуй. Сдохнет, не будет срать.
Согласен. Егор, а ты умирал или что? Так, давай пей ману. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Разве не... Можешь типа, написать ап? Семки или не надо? Какой ап? Рыжий? Ну, блядь, типа, чтобы они увидели. Блядь, типа... Ну, вообще, блядь, типа ап пишут, чтобы темку поднять нахуй, ну, наверх. А так, а вот типа в это я хз. Я думал, понять... это йогурт такой, блядь. Да они увидят, сейчас просто не сразу смотрят. Я уже дохуя выкладываю. Я написал приватку, да. Ну может он срет, блядь. Ну. Он там один, что ли, блядь? Ну, срет, наверное, один. Что за вечер шуток есть? Ну что у них, блядь, унитаз один на всех, блядь. Такой деревянный, да? Ну, да. На даче, да? С ведром, блядь, внизу. Фанерочкой накрыли. Давай, где мой компас, нахуй? Поздравляю, конечно, вы с ними прям геморные, я не могу. Да? Егор, поставь тремор Дагиру. Нихуя себе нас упали ноги. Обе. Че там? Ну конечно, да, камень ночью. Сервер проебал, начали говно пихать. Узлище. А ты че без каски бегаешь и без лапки? Тебе нормально вообще? Да что? Может еще фласку на пол бежишь, блять, плечи? Не всегда служу. Че, бомжи? Да у меня ни хрена нет, навали. Смотри, я убегаю, блядь. О, он пулять больше начал. Тремор обновляй, Егор, но вы пулят. Плюс его лист интересно, ладно. Юзай размашистый. Юзай размашистый. Не вижу. Да, то, что размашистый... Один, 5 ударов всего, это так. Хорош, Тремор с меня в 0-1 снял. Я, конечно, ремонт адапуюсь, обновляю страничку и там ничего не меняется. Сердолик, хорош, блядь. Получается, у меня уже 2 сердолика, блядь. 2 толика? 2 сердоля, 8 камней ночи. Вы знаете, да, кого тут дергать? Все это ворожей, кого там провидец? А че он ливнул, бля? А? Обиделся и ушел, бля. Пошел нахуй, значит. О, шипешка, блять. Будет сейчас стабильно, блять. Лапку завожу только. А вообще вот... Инту. Сама черри тебя, которые сидят в игре, типа, ну, модераторы, то они связаны с форумом как-то? Не знаю. Если я напишу, типа, сейчас поддержку в игре, типа, мол, чекни, мразь, форум. Не-не-не, он тебе скажет, иди нахуй. Я просил уже. Была бы у тебя там 30, блядь, вторая лоялка. Он бы уже ответил. Блять, 27-я, 23-я лоялка. Нихуя себе. Ну, блядь, 30-я лоялка, и там у челов появляется личный, короче, их менеджер, блядь. Личный модерант. Да. Да. Типа, у них там прям вообще, типа, ну, им отвечает прям модерант. Ну, когда ты Слип играл, у Слипа 31-я или 33-я был. И ему даже не отвечали. Да нихуя. Он мне писал недавно. Чё? Хотел разбаниться. А они мне сказали, что у вас 3 нарушения, связанные с покупкой золота. И всё. Первач, ну, типа? Нет, ну типа цена не будет снижаться. А, он хотел, типа, чтобы мы цены снизили? Ну а чё, за десятку разбанят 217-го друида, блядь?
А чё новый акт себя даст? Потому что 33-я лоялка. Ну, если раз мне 33-я лоялка, значит что? Значит, он богатый. Десятку после дает или чё? Я думаю, просто, блядь, я не, точнее, не думаю, я не пойму, откуда, блядь, у него третье нарушение взялось, если у него было два, и он был в бане. Я чё, он золото, да, покупал? Да, он дохуя покупал. Стаканами. Ну, он что-то около, блядь, 200 тысяч сюда купил, еще когда старт был, когда только начали голдой барыжи. А как оно производится, вообще, система покупки? Фанпэй. Через фанпэй. Ну а как тебе голда сюда поступает? Ну тебе в трейде дали голду. Трейде почты. Они, кстати, наверное, сейчас палят, что типа вот есть такие, что, ну, что выставляют этот, на аукцион какую-нибудь хуету. Да, да, да. Сколько-то, допустим, по какой-то цене. А чел ее сколько покупает в рассалку. Даже это палит. Я тебе же скажу, блять, как делал последний раз тип по-грамотному, блять. Берет тебе в гильдию. А налоги он сам оплачивает налоги. Открывают тебе, блядь, этот. Количество, сколько ты можешь снять, ты снимаешь и все. Гильбанка? Да. Да, через гильбанк делаю. И палят? Ну это грамотно. А как через обмен палят? Ну, блядь, ебать, я корешу дал бабок. Че нет-то? Они этого кореша твоего, блядь, который тебе дал бабок, смотрят, что он всем бабки тебе дает твой кореш, блядь. Пол серверу, блядь. Лям там нахуй за день раздал кореш. А откуда он бабки берет? Ну я думаю, у него ботов штук 15 летают. Обрати, конечно, внимание, блядь, была хуйня на X2, это, по-моему, еще, или на X3. На X3. Типуля стоял, продавал пачками камни, ну соки, ты понял? Все думали, что он дюпает их. А у него летает, блядь, 20 ботов, нахуй, собирают труду, он просто и просеивает. Нормально. Мне вообще, меня банили за голсей два раза, блядь. Похвастался. А, пизжу, нет, меня банили за ботоводство и за голсей. У меня за ботоводство есть 3 или 4. Бана? Да, на X2. Нормально. У меня все два бана на этом аккаунте. Я... Помнишь, когда еще... сапроты были через шишку. Тера шишка нужна была на сапроте. Да, я понял. Ну вот так. У меня за ночь в два окна собирали друиды по фул сумкам. Я тоже, у меня два бота, короче, я тоже фармил тера шишку, чтобы купить эти самородки, когда только они вышли, они там стоили за одну штуку 1000 по 10, короче. И это самое, фармил голды, чтобы купить себе Т4 на воронке, чтобы раскрыть Т4. Может, Т5? Т5, да. А как бот у вас назывался, который фармил траву руду? Димс бот. О, все, ебать, потеряли пацана нахуй. Не-не-не, да мне, блядь, пойти там, он может чистить мобов? Он может все. А, если, ну... если ты грамотно настроишь. Он денег стоит. Там недорого, там ну, недорого, в плане, просто в том, что ты его купишь, и он к железу привязывается, ты его на другом компе не заюзаешь. Ну, я понял. Там 150, по-моему, в месяц. Там на ютубе есть много видео, как... И вот, и, короче, у меня вот этот, ну, сам аккаунт, типа, на X2 был Майнхант. Вот. Меня забанили этот аккаунт за ботоводство. Разбан дали 7000. Я, короче, прокачнул новый аккаунт. Точнее, не качнул, мне дали аккаунт человека, на котором не играл. С почты все отдал мне полностью. Там был урок, прям раздетый, блядь. И я его одел футы 4 за 2 или 3 недели, блядь. И прям повезло, мне помогли одеть его. Я продал вот урок за 7000, блядь, и разбанил этот аккаунт. Тяжело. Я скажу, я, блядь, так играл на X2. Мне прям на рогу, блядь. На Т4 тоже не фартило. Потом я себе сделал ханта. И хантом за 2 кд выбил себе 4 Т4. Ну то есть, я говорю, я был белой стаей, ну, короче, я был такой, ну, был на большом счету, типа, ну там нормально со всеми решился. И они помогли мне одеть его, то есть я там прям хорошо делал. Он был. Бля, это Славик. А я забыл, бля.
Он был, короче, 260-м, когда мне дали. Я его одел 279-го. На тот момент это был почти что бис. То есть, не, ну, не было еще вот этой хуйты, типа, с грейдами, с хуейдами. Типа, ну, я там выбил фетиш, по-моему, с райских АМ, мне отдали чешку, она там никому не нужна уже была. И вот 279-го рогу, типа, за 7000 донал. Прям так купили вообще, типа, ну, быстро. А кто подскажет, где этого бимс бота можно скачать? Там официальный сайт. Там официальный сайт. Блять, чё вы, блять, мне впадло... Ну дайте сказать, блять. Там официальный сайт у них. Там только с него купишь, а под конкретный сервер. Да нахуй тебе нужен, ты зло. Он может быть тут, кстати, не может и не работать. Работает. Я проверял. Ну, я проверял там года два назад. Ну я же как-то фармил себе траву на карты, блять. Я думал, откуда у меня, блядь, столько этих карт, нахуй. На рыбалку у меня, блядь, фишбот этот ебаный. Нормально. На рыбалка это хуета. Там же совсем все по-другому. А нахуй мы можем трефа почистить? Там в идеале для бимсбота нужен Feral Druid. Ну да. Там, в принципе, вообще похуй, я хантом фармил. А ты сам понимаешь, что хантом это Unreal его настроит. Да мне так для начала просто мобов у меня, чистить. У меня чисто типа, ну, чтобы, ну, настроить, чтобы у меня хан хотя бы как-то убивал, короче, ну, типа, бля, попов, который он сагрит. Там я ставил мили атаки, короче, там 2.5 хватает, стычки которые. Потому что, типа, стрельбу на нем, по-моему, не настроить нереально. Чтобы он отбегал и стрелял, вот такого не сделать. Там можно настроить, типа, реакции, блядь, чтобы он... Егор, типа... тогда этот, сразу Геру, блядь, как бить начнем и, блядь, бурстим его нахуй. Ну, я понял, что, типа, ты, блядь, не ботоводишь, типа, реакции. Нет, типа, ну, эти тоже реакции. Можно, типа, реакции такие, чтобы, допустим, если в радиусе, там, типа, руды или травы есть какой-то моб, он, допустим, будет игнорить. Геру, давай. Он будет этот ресурс игнорить. Ой, посмотри. Пацаны, флайхак, че это самое, скриньте. Это как подлетел? Я не знаю. Поехал. Мне типа взяли в МК, может сирнули, ебать, и что-то еще сделали. Я полетел. Так там настрой кучи, ебать, но там с этим заебись-то разбираться, там вообще посмотри, как у него гайд. Но лучше не начинай. И если фармить, то следить за этим. Если фармить, с левого компа, с левого аккаунта. Не, ну можно фармить, но чтобы следить, они типа сами админы, ну, бля, пока на тебя на форуме какой-то чел типа не накатает. Я знаю. Сами админы не будут. Они следят только. Либо следить за форумом, либо следить за. Как что следить за форумом? Там когда на форуме уже будет инфа, тебе же пизда. Ну, бля, да. Там минут 15-20, пока они проходят. Есть. Типа, либо следить за челами, которые, допустим, вот ты летаешь, там, ну, альтабаться, смотреть, чтобы, ну, чтобы за тобой никто не летал и не следил. Либо я так. Вот сидел, когда у меня, блядь, стоял ноутбук рядом с компом, блядь, и я все видел. Вот, да, я ничего не переживал. Я просто обычно пока в телефон залипаю, ставлю там, допустим, этого рыбалку, блядь. Как бы мне нормально, я там хоп посмотрел, да, чтобы никто не пролетел возле меня. И все, я сижу дальше кайфую. В телефоне. Егор, тебе надо на Элема? Там просто такие, я тебе, ну, паролю. Просто вот такие движения делают, бывают, резкие, что они прям палятся, что он летает по маршруту, ебать. Там, то есть там буквально сделать один круг, бля, ну, какому-нибудь любому челу, и там сразу поймешь, что ты бот, или давайте ты не бот. Давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. Да. Хули он встал, кстати, блядь. Кстати, голова очень хорошая на Лима, блядь. Ответили, да? Единственное, что там плохо, что этот... Сокет бонус. Синий. Есть, интересно, у кого-то ключ? Ну, а дай спасибо. Блять, ну я отвечал, сори. Я Бернальд. Сейчас. Ну как вы упали вагон?
А как думаете, в PvP он будет прокать? Вот меч скинул, который Sonic Seal. Вот его баф будет прокать или нет? Интересно, насколько это имбово. Да нихуя. У меня админ ответил, типа, здравствуйте. Ну, типа, чтобы я указал имя и реал, и находится ли предмет у рейд-лидера. В смысле, типа. Ну, в прямом напиши, что нет, 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 блядь, и все остальное. Они, не, блядь, думают, что... Ну, а что думают? Ну, у меня было такое на циркуле. Шмотка осталась у меня, но после дискона она не пропала время. А, я думаю, что время пропало. Я понял. Ну, может быть, всякое. Напиши просто грамотно, что во время раздачи лута упал сервер, и вещь пропала вообще. Ее нету ни у кого. Там ее нужно есть. Отдать тому-то, тому-то. Все. Там же на видео все есть, блин. Ну и тоже напиши это, что на видео видно, что вещь никому не передается, и происходит дисконнект сервера. А после дисконнекта босса нету. Да, после дисконнекта, когда зашли в игру, босса не было, и лут, соответственно, был потерян. Прими реагуй. Сейчас. Предмет пропал, а остальные остались. Укажи, что на видео все видно, блядь. Блядь, ну, потом, блядь, не чекал, долбою. Какой-то новый модератор. Фуджилс Виллар, блядь. Ну и Никина. Наберут, блядь, дебилов. Дай лапку. Попозже. И сам дам, да. Нормально, сейчас пуку, блять. У него жвар есть. Пушку Sony заролили эту, которую блинковал. Ага. Дай, да, ой, дай нервоид. Я гимку снова не красбили. Бля, как я заебался, блять, агро рвать. Я даю нахуй тренюка, блять. Скажите, все имя рейд-лидера, кто у нас рейд-лидером был? Дерафан. Я разраливал этот последний босс, которого я разрал. Да, потом он мне скинул разрол лута, но лидера мне скинул потом аж на фри. 280. Да, он сейчас просто логи посмотрит, блядь, с этого босса, да, и все. Пусть смотрит, что там на видео все. Просто, видимо, утвердится, да, что это правда все. Да, что-то не какой-то хуй со стороны, блядь. И мы прям собрали Дирофан. Дирофан. Не, ну ты можешь написать Жирофан, как меня, блядь, терять не хватает. Бля, мне кас били. С каких пор они касты сбивают? Тех, как ты близко подходишь. Нормально, мне Денчик, блядь, дал масло нахуй. Дал класку. Сейчас буду ебурить там. Парсе. Давай, давай. Да не, нихуя не буду. Рассекающий не, еще не взят лучше, типа. Всех выйти в пол, блядь. Сейчас я. Пару сек. Есть масло. Да, есть, сейчас. Ну, свою речь надаю. Сейчас приду.
патроны. Давай. Как он заебал, господи, какой конченый, блядь, танк. Просто ублюдок. А ты случайно с этим сваром не пошел с нашей гильдии? Нет, это какой-то протпал, блядь, который не может держать агро. Протпал, блядь. Это протпал. Я магом, блядь, срываю агро, ну это пиздец. Ничего, я умешки 24 срываю. Молотко уже там, блядь, отдыхает. Ты, кстати, топор хороший. Тресни меня, Егор, пожалуйста. Отвините меня, блядь, мрази ебаные. Нет контроля. А? А? Про меня за контролем. О, как раз, сука, бомж нам попался, бля. Сейчас я починюсь, пойду. Сейчас кипать будем, есть сейчас? 8. Так на тебе 8 минут, что это тебе. Так, я еще джетса поставил. Ну, следующую хуйню скипать. Ебаный финда, бля. Бля, я тебя стою, разбав, и ты умираешь, на. Пиздец. Ближний бой 12 тысяч. В латы. Тряпки вообще разрывают. Этих убьем? Сейчас, секунду. Доживать надо. Да бей, бей, бей. Только барабан на вас трачу, нет. А я пятерочку зайти. Конечно. Давайте не обогрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Бля, я опять здесь сорвусь сейчас. Не, если он, конечно, морпал не будет парировать, то сорву. Спину парировал? Я не знаю, я сейчас... Видимо, лицо стоял, я хуй знает. Повезло. На нахуй. Фирма бомжей. А, фир, бля, заебись. Я фирена могу бегать, нормально. А, это ты бегаешь, типа? Да, фирен. Опа! Блядь, моя есть. Алло, блядь, денщик. Сука. Блядь, заебали. Где твои страдать нахуй? Ну, это сейчас будем скипать, если это не буду рекламать. Я долго не проверяю, потому что заебали. У нас они ищут меня, типа, хуй знает. Зачем так и...
Эту педерсию скипаем, да? Да, да. ТСС висит еще? Это мы побежали. Чаш есть? КД. Я встану. Так, главное Малак, чтобы побежал. Да, вот в угол. Мишаня пиздец, Мишаня. Я там мина нахуй. Чуждай. И сдать я Малак. Почему он взорвется? Сука. Надо было ждать, а вы лохи, блядь. Че хорошо. Встаем, хули, блядь. Ой, бичуганы, блядь. Они же надо скипаем. Они же минуту лежат, вроде. Да, надо было ждать, Малак. Я, блядь, надо было бить, нахуй. Так тебе... Ладно. Сказали. Тоже знал. Мне такой рейдж ёбнутый. Там 3 метра, что ли, знаешь. А что нам, гробница мана, аукинайки? Сука, аукинайки. А что еще? А, гробница и аукинайки. Это третий, и вы еще 2 закрыли. О, тут джус стоит. Ждет нас. Да, СС. Какой СС, у него ж КД. Куда СС? Или себе, вообще без разницы. На миду. Куда ты тут справа? Чуть-чуть. Бля, мне стало, да. Иди от меня, пожалуйста. Стойте, не двигайте. Они все равно активируются. Бля, ну че вы мутите? Ну я ебал, ну. Взрыв бомбы с детонатором движения. Там двигаться надо. Я тебе говорю, блядь, отведи. Ты стоишь на месте, они все равно активируются. Да не станем. Вот, смотри. Бас активировалась, что ты делал? Ты просто стоишь. Говорю тебе, отводи, чуть не стал, блядь, опять не сдох. Но уже нет смысла, да, скипать? Да, так же минуту чипить. Все, отправили они, короче, чмотку. Отправили в Абладина? Угу. Так вы ебашьте ему ГПшечку, блядь. Так точно. Чай, да.
Сколько там за половину без груда? Ну, комнатная квартира в Москве. 282, но разделите на 2. На 41. Блять. Ну, Ирога, как раз мы его кикнули, блять.